Всем привет, с вами я, Евгений. Сегодня я собрал полный сервер игроков в Roblox Icons для того, чтобы провести прятки. Ну а перед тем, как мы начнем, не забываем ставить лайки. Если мы наберем 1000 лайков под этим видео, то что-то будет. Ну и думаю, время начинать. Я начинаю искать через 5, 4, 3, 2, 1, 0. Я уже вижу, что там на дереве спрятался. Что же это за такой человек? А ну-ка, куда бежим? Сиди. Я тебя не буду кикать. Я тебя закрою тут. Так, где же тут у нас еще люди спрятались? Аха! Здравствуй! Это что за крыса? Интересно, понятно. Фокусы-покусы. Так, тут у нас кто? Марат, окей, все, я увидел. Ну, прости. Так, опять тут кто-то бегает. А ну-ка, теперь ты уже не крыса. Я тебя сейчас узнаю, твой ник и... Че, блин? Достали эти крысы уже. Бесят. Так, поднимемся. Тут на дудочке играет, мне очень интересно. В этой нычке никто не спрятался, ведь она такая дурацкая. Так, это кто там у нас пытается меня вокруг пальца обвести? Что, третьего лица так много человек? Ничего, он от меня, конечно, убежал, но панель для киков придумана прямо для меня. Так, у нас там еще один лорд. Дистанционное уничтожение подписчиков. Уничтожим все. Да, много человек я нашел на этой мельнице. Давайте залезем в водное царство, государство, и тут у нас тоже кто-то спрятался. Что, серьезно? В этом крутом месте никто не спрятался? Что там? Чат, нога! Ни одного человека! Ой-ой-ой-ой-ой! Кримсон, давайте все в темне! Нет, я не понял, это что такое, это как называется? Там мы были вдвоем с Кримсоном, ну ладно. Так. Что тут у нас? Сколько человек я нашел? О! Ты спрятался рядом с стеком, гениально! QRS, да? Так, QRS, оп, оп. Кто же тут у нас еще спрятался, мне интересно. Так, я видел какие-то радиационные волны, и они точно исходят от этого баба в тера. Так, а я еще кибера заметил. За деревом спрятался, очень круто. Ну ничего, мы его сейчас тоже кикнем дистанционно. Так, кто тут у нас еще спрятался? Допустим, тут от меня человек убегает, даже не спешит, но ничего, я запомнил. Так, сейчас проверим. Аха! Это обидно, конечно, но ты сейчас пропадешь на моих глазах. Ах, как же мне тебя жалко. Так, сколько я уже людей нашел, можно просто подойти и посмотреть. Круто. А знаешь, что я хочу сделать? Дорогие друзья, ловите. Офигеть, сколько мышек было. Давайте еще раз. Офигеть, офигеть. Как много крыс. Фигачев миллионер. Ради видео. Ай, меня в крыс превратили. Все, я ухожу от вас. Тут опасно. Тут ночь наступила, это плохо. Так. Я, если честно, не могу больше никого... Никого, да, вообще никого. Минус челик. Блин, вы все на деревьях спрятались. Вкусное яблочко. Ням. Ням. Мать, ночная музыка, мы кушаем яблоки. Так, там тут еще на дереве, да? Ой. Я уже все яблоки съел, где вы? Ничего. Я понял, на деревьях, которых нет яблок, сидят подписчики, потому что... А потому что они их съели, все понятно. Так, я просто... А, что-то... Он мне арбуз кинул, смотрите. Ладно, я себе заберу. Больно они вкусные. Я не понимаю, где вы все спрятались? У меня осталось, знаете, сколько? 2 минуты. После моей нычки фейковый цветочек. Какие фейковые цветочки? После моей нычки фейковый цветочек. Дрим и Сондер! Офигеть! Так я еще Сондера не нашел. Так, и Дрима. Так, и Дрима. Ай, больно, да? Очень больно. Где вы спрятались? У меня 1 минута осталась, я не успею вас найти. 1 минута.
Мое время вышло. Кого я не нашел, выходите из своих нычек и подходите сюда. Что? Зубовку Фловер, стоп, я, получается, всех нашел, кроме одного человека. Сейчас будет второй раунд, в котором будет искать Сондер. Начинаем. Он начинает искать и сразу же находит подписчика, который, кажется, даже не прятался. А другой подписчик быстренько спрятался и говорил, что он камень. Но Сондер все понял. Он даже котика в листве нашел. На этом он не остановился и продолжил искать. Совсем скоро он найдет огромный джекпот. Блин, ты сейчас нас всех одним разом найдешь. Just Миха. Чего? Короче, Миха там, да? Не Миха. Мимишка? Стаю. А, Just Миха. Ух, бань себя. Ты чё, блин? Жесть, ты жесткий. Ну что ж, нас двоих надо кикнуть, получается, потому что нас нашли. Ну что, прыжок в бездну исполняет Ваня Ил Геймс. 1, 2, 3, погнали. У Сондера за 5 минут очень хороший прогресс, но он настолько круто играет, что аж в бездну упал. Кримсон, привет. А чё Сондер тут делает? Ну вот, как-то. Ближайшие пару минут он просто бегал и пытался кого-то найти. Когда его увидели подписчики, они сразу начали прыгать в бездну. Интересно, почему? Напишите об этом в комментариях. Сейчас у него очень хорошо начал получаться находить подписчиков. Он видит, кикай. Дима Хах. Кикай его. Смит Вер. Кикай тоже его. Короче, Бафтера кикай пока что. А Бафтера, ты его нашел? Да. Ёлочку кикай. Так он крутой был вообще-то. Ёлочку кикай. Ах, Роблокса кикай. Жестоко. Самого крутого челика пришлось кикнуть. Да, согласен, жалко. Денис АЕ86. А вот еще один подписчик, которого нашел Сондер. Он так пытался от него убежать, что аж не заметил, как упал в лаву. Хотя, мне кажется, я уже видел его. Уже потемнело, и Сондер решил пойти в мельницу. Может, там кто-то спрятался? QRS. А, этот самый такой ник. Который нинджа. Да, я понял. Я только сейчас заметил, что все, кого находит Сондер, пытаются от него убежать. Хотя я бы то же самое сделал. А ты знаешь, что рядом с тобой вот тут прям человек стоит, смотри. И перец чили всем дает. Мы тебя спалили. РД. У тебя осталась 1 минута. Круто. Крутой. Согласен. Так, хотя бы кто-то остался, мне интересно, в живых или ты их нашел? Да не, вряд ли. Смотри, тут зеленый этот светлячок летает. Надо его поймать, он редкий. Снимаем видос про прятки и ловим светлячков. Он тоже прятался, наверное. Ну вот и время Сондера подходит к концу. Ну что ж, сдаешься? Ну да, наверное. Кто-нибудь из подписчиков, кто остался в живых, старайтесь вылезти живыми и невредимыми, если вы, конечно, остались. Что? Где прятался? Показывай. Место показывай. Показывай, давай. О, даже 2 выжило. Сейчас, погоди. Смотри, где человек прятался. Смотри, Сондер, ты не заметил. Смотри. Что? Сондер. Где? В крепость зайди. Ну. Вот тут, смотри. Ну ладно. Сейчас мы идем туда, где прятался Катман. И у него реально читерское место. Что он делает? Я помню, как что? Я раньше... Что? Я же это строил, проверял 100 лет. Ой, как он туда залез? Ух, ты видел большого себя? Нет. Пошли, покажу. Это в честь меня статую возвел. Тут. Да, иди сюда. Вот. Чё, в смысле? Чё он такой огромный? На этом всё. Спасибо за просмотр. Не забываем ставить лайки и подписываться на канал. Всем пока.